Ты опоздал? Сидел допоздна. Есть новости по твоей версии? Нет, там тупик. А ты над чем работаешь? Просматриваю фото с мест убийства. Никак не могу выкинуть из головы эти буквы. А-Л-Л. Что бы это значило? Я все. Или я убью их всех. Кого всех? Вот именно. Я искала данные по этим жертвам. Они все были знакомы. Я же тебе и так это сказал. Я их всех знал. Мы все из одного двора. Да, но... Вот смотри. 6 лет назад в том районе была убита проститутка. Да, я помню, я был там в тот вечер. И то дело так и не закрыли. Оно с тех пор так и лежало с другими глухарями. И что? Я покопалась в старом деле и прочла заметки следователя. Он что, врачом подрабатывает? Почерк, хрен разберешь. И нет машинописных копий, хотя неизвестно, были ли они вообще. И что ты об этом думаешь? Сестра убитой опознала убийц в наших нынешних жертвах. Она их видела? Убийство она не видела, но клялась, что видела, как они уходили с ней в комнату прямо перед тем, как нашли ее труп. И почему не возбудили дело? Недостаточно улик. И сестра убитой была так пьяна, что ей никто не захотел верить. И к чему ты клонишь? Сэм, ты что, не видишь? Некто, кто считает этих ребят убийцами своей сестры, вершит самосуд. Сестра? Подозреваемая номер один. У нас есть какие-то улики? Нет. И заметки не разобрать. Я даже имя не разобрать не могу. Похоже, оно на Р. Это сужает круг. Очень смешно. Все хуже, чем ты думаешь. В смысле? Похоже, сестра указала на кого-то четвертого, незнакомого ей. Как это? Посмотри на имя шлюхи. Али. А-Л-Л-И. Черт. Осталась еще одна цель. Надо найти, кто следующий.